Доброе утро. До Нового года остаются считанные дни, и новогоднее настроение уже чувствуется. Тем более учреждения культуры подготовили интересную и насыщенную программу. Сейчас мы расскажем, куда нужно обязательно сходить и на что посмотреть. Новогодняя кампания стартовала и в областной филармонии. Благодаря артистам пенсоконцерта здесь много музыки и песен. В фойе пела солист ансамбля «Злато Серебро» Карина Мещерякова. А в органном зале хоровод водили артисты ансамбля русской этнической музыки «Миряне». И только здесь можно услышать органную аранжировку главной новогодней песни. Среди детей выделялась лиса, костюм семейной реликвии достался от мамы. Мы подумали, что будет здорово, если еще она в нем выйдет. Что ты знаешь про лису? Какая она? Хитрая. А ты? Тоже. Очень музыкально получился и спектакль «У лукоморья». В нем играют артисты группы «Калейдоскоп». В основу легла знаменитая сказка Александра Пушкина о попе и работнике его балде. Развлекаю, получаю, потому что сам образ балды, он народный, собирательный. Это русский дух, это русская смекалка. Очень много хореографии, и мы к такому, конечно, режиму не привыкли, но, тем не менее, я думаю, мы справились.